Let us begin with Давайте some начнем с молитв. prayers. Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шимати Бхакти Ваданта Свамините Намане Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарне Нирвишеша Шуньявади Пасчачаде Шатарне Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададха Шивас Ади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha. Paditanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Ananta Gaudiya Vaishnavrinda Ki Jai. And Ananda Chaitanya Prabhu, can you hear me speaking okay? It's all right? Okay, thank you. Thank you. All right. Итак, so let us begin. Давайте начнем. Let us begin. Давайте начнем. By, what should we do? Let's begin by informing you first of all. Начнем, проинформировав вас в первую очередь о том, что сегодня вечером мы будем обсуждать Шакат Асуру. Who was the который был cart, демоном-телегой. Шакат. Шакат. Basically слово means шакат cart. Означает тележка. Yeah. And the anartha, и анартха, to be specific, которую well, он представляет, the anartha is эта анартха заключается в склонности нести с собой груз дурных привычек и привязанностей, приобретенных в этой или в предыдущих жизнях. В какой-то степени он представляет до определенной степени вялость и тупость. Кришна удаляет это осквернение, отбрасывая его в сторону. Мы должны учиться зависеть от Кришны, чтобы Он помог нам освободиться от нашего груза прошлых жизней, чтобы мы смогли избавиться от этого. All right, all right. So, now, different, you know, Итак, as is the case often, как это часто бывает, не так часто, но иногда, существуют различные версии различных историй. Существуют различные версии. Шрила Прабхупада, не только Шрила Прабхупада, но и наши ачарьи, и Шримад Бхагаватам, они в основном говорят о том, что Шакат Асура, он лежал на телеге. В каких-то других источниках, ведических источниках, не в каких-то вымышленных источниках говорится, что он и был этой повозкой. Но как мы будем читать эту историю, мы поймем, что это не так уж очевидно, что он действительно был телегой. Но идея заключается в том, что он был в форме призрака, который располагался на этой повозке. Он был на телеге. Его идея состояла в том, он хотел поступить таким образом, что когда Кришну, мама Яшода, положит под телегу, то он, Шакат Асура, свалится на Кришну и раздавит его. Каков негодяй! Но Кришну не так-то просто одурачить Кришну. Вы не можете этого сделать. Поэтому Шакат Асуре это тоже не сошло с рук.
Позвольте мне прочитать вам мои записи из большого 50-страничного курса из 1990-х годов. Я не помню, может быть, с 1996 года, почти 25 лет уже прошло. В соответствии с Гарга Самхитой, которую мы упоминали позавчера, демон имел тело из воздуха, что-то типа тела призрака. Он хотел, чтобы повозка упала на голову Господа Кришны. Это интересно, послушайте только. В своей прошлой жизни он был демоном, сыном Хираньякши. Его звали Уткача. Он пошел к Ломанши Муни и сломал там несколько деревьев и был проклят стать бестелесным. Будучи сыном Хираньякши, братом Хираньякашипу, он был просто монстром, гигантом. И его сын Уткача тоже был большим, действительно огромным. Тогда Уткача упал к стопам Муни и взмолился о милости. И Муни сказал ему, что он получит освобождение от прикосновения стоп Господа в следующей манвантаре. Это удивительно. Итак, Шрила Прабхупада в начале 7 главы, это 6 глава 10 песни Шримад Бхагаватам. Дайте-ка я сейчас проверю, 6 или 7 это глава. Нет, это 7 глава. Да, простите, это 7 глава. Итак, это 7 глава. 7 глава 10 песни Шримад Бхагаватам. 6 глава рассказывала о Путане. Итак, Шрила Прабхупада здесь дает введение в эту главу, и там он говорит, что Кришна был трехмесячного возраста. Интересно отметить, и это подтверждается Шримад Бхагаватам во второй песне 7 главе. Я не помню номер стиха, могу быстро посмотреть. Но там это описывается и говорится о том, как Кришна убил демона телегу, когда ему было 3 месяца. Итак, в этот момент Кришна находился, так сказать, в детской лиле, и Господь Кришна все еще не мог ползать. Но, тем не менее, сейчас он пытается перевернуться. Он лежит на спине. Обычно он лежал на спине и пытается перевернуться на животик. И для него это не так-то просто. Он пытается перевернуться туда или сюда. И он пытается ползти, но на самом деле у него это не получается. Итак, чтобы вникнуть в историю, позвольте мне прочитать первые 2 стиха этой главы, потому что они замечательные. Я прочитаю только переводы. Это говорит Махараджа Парикшит, обращаясь к Шукадеве Госвами. Господин мой, Шукадева Госвами, рассказы о разнообразных деяниях воплощения Верховной Личности Бога услада для слуха и ума.
are certainly pleasing to the ear and to the mind. Просто слушая об этих деяниях, человек избавляется от всей скверны в своем уме. Обычно нам не очень хочется слушать о деяниях Господа. Однако детские игры Кришны столь привлекательны, что они всегда услаждают ум и слух. Там есть еще что прочитать, но давайте сделаем одну заметку здесь. Это очень интересно. Может быть, вы отследили, может быть, нет. Если вы заметили, то вы очень умны в сознании Кришны, очень внимательны. Тут говорится, что в основном нам не хочется слушать о деяниях Господа. Но детские игры Кришны очень привлекательны, что они автоматически услаждают ум и слух. Другими словами, он здесь говорит, и это очень-очень важно и интересно, это очень-очень важный момент. Он говорит, что деятельность различных инкарнаций, о которых он говорит, он уже рассказал о деятельности многих инкарнаций Господа. Они, безусловно, привлекательны для слуха, но обычно мы не очень склонны слушать о них, имелось в виду о других аватарах. Но когда мы получаем возможность слушать о Кришне, то все меняется. Он гораздо более привлекателен. И тогда мы слушаем, и мы погружаемся в эти рассказы, и таким образом мы больше и больше очищаемся, чем в тех случаях, когда мы слушаем о деяниях различных аватар, инкарнаций, экспансии и так далее. Я подумал, что следует заметить это. Итак, давайте прочтем снова. Обычно мне очень хочется слушать о деяниях Господа, однако детские игры Кришны столь привлекательны, что они всегда услаждают ум и слух. Так можно избавиться от привязанности к слушанию о мирских делах, являющихся коренной причиной материального существования, и постепенно обрести склонность к служению Верховному Господу. Привязанность к Нему и дружбу с преданными, от которых мы получаем дар сознания Кришны. Это говорит Махараджа Парикшит, а сейчас он говорит заключение всего этого. Итак, Шукадева Госвами. Итак, Махараджа Парикшит обращался к Шукадеве Госвами, а тот отвечает: «Если ты считаешь это уместным, пожалуйста, расскажи мне об этих лилах Господа, о детских играх Кришны». В процессе изложения я буду ссылаться на комментарии предыдущих ачарьев и Прабхупады к определенным стихам, в первую очередь к этому стиху. Шрила Прабхупада в комментарии подчеркивает, что слушание — это первая деятельность в сознании Кришны. Шримад Бхагаватам и другая литература существуют лишь для того, чтобы дать нам возможность усилить наше слушание, и особенно о Кришне. Слушание о других аватарах также удивительно, но не настолько привлекательно и не так важно, как слушание о самом Кришне. Вишванат Хачакраварти Тхакур говорит в комментариях, что слушание о любых играх Господа освобождает нас от равнодушного слушания о Господе, а впоследствии позволяет достичь премы. Слушание о лилах Господа Кришны в его детских играх очень быстро одаривает нас премой. Видите, опять тот же самый момент. Подчеркивается, что слушание об аватарах удивительно, но оно постепенно освобождается от проблем. Но когда мы слушаем о Кришне,
мы очень быстро обретаем прему. And okay, now Итак, Шрила Джива Госвами, он делает удивительное замечание, что Махараджа Парикшит очень сильно боялся, что Шукадева Госвами перестанет говорить о Кришне и начнет разговор о другой аватаре. И он нетерпеливо заявлял и просил, можем ли мы, пожалуйста, послушать о Кришне? О Кришне, ты знаешь, а вот о том, не о, не о ком-то другом. Поэтому перед тем, как поменять тему, в первых двух стихах Парикшит просит рассказать об играх Кришны. Он говорит, он не хочет слушать о деяниях Господа. И даже если он хочет, то все равно в уме множество других желаний. О тебе, это значит о других аватарах. Но слушая о Кришне, мы избавляемся от невежества слушать, от нежелания слушать, и избавляемся от материальных желаний, и ум очищается. Когда сердце очищается от материальных привлечений, оно становится способным принимать расу. Харе Кришна. Это очень высокий уровень. Но это очень важный и очень замечательный уровень. Когда сердце очищается от нечистых влечений, которые были накоплены за множество жизней, итак, когда сердце очищается таким образом, оно становится способным воспринимать расу. Итак, мы продолжаем повествование. Кришна только что начал переворачиваться спины на животик, и иногда ему это действительно удавалось. И когда ребенок действительно переворачивается, иногда он пытается ползти, но Кришне это не получалось. Но, по крайней мере, он достиг этого прогресса с того положения, когда он был всего лишь маленьким мальчиком. Итак, давайте посмотрим. Итак, мама Яшода по этому случаю организовала фестиваль и пригласила браманов, чтобы они прочитали мантру, пригласила своих друзей из деревни, соседей, чтобы омыть, совершить абхишеку Кришне. Эта церемония называется Уттана. Уттана. Yes. So, yeah, so from из этого мы можем заключить, что иметь детей в ведическом обществе – это не обуза. Это не обуза. Это радостный процесс. Здесь празднуется любое деяние ребенка. Это счастье и ликование. Вот комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, он вам понравился. Сося грудь путаны, он показывает силу своих губ. В игре с повозкой он показывает силу своей стопы. А в следующей игре с Тринавартой, которая описана в той же самой главе, он показывает силу своих рук. Джай Шри Кришна. То есть, пережевывая или сося грудь путаны, он показал силу своих губ. Итак, история продолжается. Они провели церемонию омовения, она была очень хорошей, очень замечательной. И после этого мама Яшода, будучи хозяйкой праздника, она общалась, разговаривала с людьми, благодарила их,
предлагала поклоны и уважение браманам, благодарила их. Вот такое взаимоотношение между ними было. Она раздавала пожертвования браманам. И все это время она носила с собой Кришну. Но тут она замечает, что Кришна стал немножечко тяжелым, и также он засыпает. Он стал дремать время от времени. И тогда она решила уложить его. И держав в памяти идею о том, что дети — это не обуза, она прилегла рядом с ним ненадолго, пока он действительно не заснул. После этого она встала, пошла к своим гостям и продолжала с ними общаться. И что же случилось дальше? Вы знаете, что случилось? О, Господи! Нечто серьезное случилось. Кришна, она положила Кришну под эту большую повозку. Под большой повозкой Кришна сейчас лежал. Он там спал, а потом проснулся. О, Харе Кришна! Она была так занята, с гостями она раздавала пожертвования, общалась с ними. Там было целое трансцендентное социальное служение. Она не услышала, как Кришна заплакал. На самом деле, Прабхупада здесь говорит, что Шакатасура был в форме телеги или повозки, хотя в другом месте он говорит, что он был призраком. Но суть в том, что в конце этой игры они собрали всю эту повозку снова, чтобы использовать ее. Поэтому я не знаю, было ли это телом Шакатасуры. Это будет немножечко сложно для понимания. Тем не менее, это немножечко мистическое присутствие Шакатасуры, которое ощущалось где-то там. В любом случае, безусловно, он был там. Он был на повозке, он сам был повозкой или рядом с повозкой, он там был. Итак, Кришна заплакал, потому что он хотел попить молока матери. Но его мама была занята где-то с гостями, как мы говорили, поэтому Кришна стал махать своими маленькими ножками в гневе. В гневе он стал это делать. Шрила Вишнуа Чакраварти Тхакур говорит, что, делая это, он думал: так как она не может слышать моего плача, может быть, звук сломающейся телеги привлечет ее внимание. Вот этот разбивающийся звук. Суть в том, что в этих стихах Кришна описан как маленьким ребенком, очень беспомощным. Это не сильный, взрослый, молодой парень. В одном из стихов, это седьмой стих, говорит, что его маленькие ножки были такими нежными и мягкими, как молодые листья. Но тем не менее, когда он ударил повозку своими стопами, повозка перевернулась и разбилась. Колеса разлетелись по сторонам. Спицы вылетели из оси и тоже разлетелись. И ось сломалась. На этой повозке была куча металлической кухонной утвари, и все это разлетелось. И среди всего этого был Искон Гакула Махаван, Food for Life,
кастрюли на этой телеге, они были тоже там. А это огромные, серьезные кастрюли для Food for Life. И когда Кришна ударил повозку, то повозка практически взлетела в небо, и кастрюли тоже взлетели в небо. И все рухнуло на землю. Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху 7 ссылается на комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такуру к этому же самому стиху и говорит, что в некотором смысле, я не люблю использовать этот термин, он говорит, что это очень похоже на настроение расика. И здесь Кришна очень маленький, ему 3 месяца от роду. Его стопы нежные, как молодые листья, как мы говорили уже. Но просто толкнув ногой повозку, она практически взорвалась, взлетела в воздух. Вишванатха Чакраварти Такур и Шрила Прабхупада, ссылаясь на него, говорит, что это показывает верховное положение Кришны над всеми остальными аватарами. Он говорит, что Господь Вамана тоже использовал свою ногу и стопу, подняв ее до самой вершины Вселенной и пальцем ноги пробив оболочку Вселенной. Господь Нарисимхадев принял необычный образ, гигантский образ полульва, получеловека. Это было удивительное тело. Как мы читали 6 числа, Бхагаватам говорит, что у него было много-много рук. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что у него было много фаланг рук. Что-то подобное группам рук для того, чтобы убить Хираньякашипу. Но Кришна, наш Господь Кришна, наш герой, Господь Кришна, ничего такого не делал. Он был просто маленьким, нежным мальчиком, и он разбил этого демона. Он размазывал его в пух и прах. Итак, телега была огромной. Она была действительно большой. Как же Кришна мог дотянуться до нее, чтобы дотянуться до телеги? Джива Госвами говорит, что колеса были практически частично погружены в землю, поэтому Кришна смог легко дотянуться до оси и ударить по ней. Колеса были погружены в землю под тяжестью веса демона. Джива Госвами говорит, что все взрослые сбежались на грохот и увидели там полный беспорядок. Не просто какая-то телега упала и вещи разлетелись, но все было разбросано по кругу. Они стали задаваться вопросом, они проверили все, что происходит, и стали спрашивать, что же такое произошло. Как это могло случиться? Там были маленькие дети, которые играли неподалеку, и они видели, как все это произошло. Джива Госвами делает интересное замечание. Он говорит, что они пришли туда, когда Кришну уложили спать, они пришли туда, чтобы посмотреть на Кришну, потому что они были очень привлечены его красотой. Поэтому они видели все, что произошло. И они сказали родителям, это был Кришна. Кришна. Мы видели это. Все. Такова история. Так и все произошло. Но взрослые не могли поверить в это. Да.
И Шрила Прабхупада, интересно, пишет в комментарии к девятому тексту, он пишет, что Шакатасура был призраком, который принял образ повозки, и он хотел навредить Кришне. Итак, давайте посмотрим. Итак, это был конец Шакатасуры. Когда старшие собрались, гопы, гопи, пастухи, когда собрались, они не могли принять эту версию, что Кришна сделал это. Нет, да забудьте об этом. Почему? Шрила Джива Госвами говорит, это произошло потому, что они очень любили Кришну, они были переполнены любовью и премой Кришны, поэтому они не могли принять то, что Он это сделал. Тогда мама Яшода организовала еще одну церемонию, потому что брахманы пока еще присутствовали там, они нанесли тилак на тело Кришны. И когда все это было сделано, она накормила Кришну грудным молоком. И когда все увидели, что Кришна взял грудь, то все успокоились, все подумали, с ним все в порядке, опасность миновала. Конечно, еще много чего можно сказать по этому поводу. Мы отметим еще одну интересную вещь перед тем, как перейдем к обсуждению анартхи. Это из комментариев Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Он говорит, что в конце они воспевали мантры, наносили тилаку на Кришну, кормили Кришну грудью, и все люди собрались там, наблюдали за всем происходящим. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что пастухи потом снова собрали всю повозку, и они стали поклоняться повозке. Они поклонялись повозке. И на самом деле Джива Госвами говорит то же самое. Он говорит абсолютно то же самое, что они поклонялись повозке. Почему же они это делали? Потому что эта повозка – это часть обихода их жизни для поддержания их жизни. А часть их жизни – это часть их религии. Это варнашрам дхарма. Это все является частью дхармы. Все различные аспекты вашей варны – это часть дхармы, вашей религии. Поэтому они поклонялись повозке. Итак, давайте перейдем к анартхе. Здесь также много чего можно сказать, но мы не будем слишком углубляться в детали. Суть в том, что нежелательный груз, этот тяжелый груз, этот ненужный груз, никому не нужный груз, все, что накопилось в прошлом, и что им не имеет никакого отношения к нашей нынешней жизни в сознании Кришны, все вот эти вещи являются грузом, но тем не менее мы привязаны к ним, и из-за этой привязанности мы продолжаем тащить этот груз с собой. Есть интересная небольшая история, которую рассказывал Шрила Прабхупада в этой связи. По крайней мере, она здесь применима. Были преданные, которые пешком отправились в паломничество. Они отправились пешком в какое-то святое место, и они пришли к реке. Они подошли к реке.
And then as they're carrying on, и на своем пути, на, своем, на другом берегу реки, они увидели деревню. И в этой деревне они увидели людей, которые ходят туда-сюда и таскают тяжелый груз с одной места в другое место, и потом с другого места сюда, а потом отсюда туда, а потом с другого места опять сюда же и обратно. Это означает, что они без толку носят груз туда-сюда. Это бесполезная, глупая деятельность. И поэтому паломники на этой стороне реки, как говорит Прабхупада, они закричали тем людям: «Эй, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Вы просто так теряете время и мучаете себя». Просто бросьте этот бесполезный, ненужный груз и пойдемте с нами, пойдемте в паломничество. Но те люди на другом берегу реки ответили: «Не-не-не, мы не можем бросить этот груз, мы не можем его оставить, потому что это все, что у нас есть. А если у нас его не будет, то у нас вообще ничего не будет. И как же мы будем дальше жить?» В принципе, вот пример таков. Мы несем вот этот психологический груз, означает привязанность из прошлого, привязанность к противоположному полу, к накопительству вещей, иметь много одежды, параферналий каких-то, которые на самом деле нам не нужны в сознании Кришны. В сознании Кришны наша движущая сила, наш девиз, можно сказать, по крайней мере, в отношении нашего стиля жизни, это простая жизнь, возвышенное мышление. Но нет. Мы видим, что у нас есть эти привязанности, и они обременяют нас, и они замедляют наш прогресс, и прогресс становится сложнее. Но когда мы принимаем прибежище у Кришны и учимся тому, что нам нужно, что нам не нужно, и как жить простой, но очень счастливой и наполненной жизнью, тогда, по милости Кришны и по милости преданных, мы освобождаемся от этого груза. И здесь дается очень хороший пример, который показывает нам этот принцип. Я думаю, что вам он понравится. Когда Кришна шел пасти коров, то коров было так много, сотни, тысячи, и сотни тысяч коров, и у каждого, каждая корова весит очень много. Я не знаю, знаете ли вы кого-то, кому на ногу наступала корова. Обычно это конец стопы, конец ноги. Следующую ногу здоровую получите в следующей жизни. Так или иначе, коровы очень тяжелые. И Бхагаватам говорит, что планета чувствовала этот вес коров. Это был действительно большой груз. Но когда Кришна шел позади коров, и когда его стопы касались земли, то это облегчало боль планеты, и планета чувствовала себя обновленной и очень счастливой. В этом и идея. В этом суть. У нас есть так много вещей, которые нам не нужны, но в силу нашей прошлой обусловленности мы думаем, что нам это все нужно. И это приземляет нас. Но когда мы приходим в сознание Кришны, если мы практикуем его хорошо, то по милости Господа мы начинаем понимать и можем различать вещи и избавляться от ненужных вещей. Прабхупада приводит
пример осла. Я уверен, вы слышали этот пример, что осел таскает тяжелые грузы. Я не знаю, видели ли вы в Индии, но иногда груз, который тащит этот осел, намного тяжелее, чем сам осел. Намного тяжелее. И в некоторых случаях хозяин осла втыкает палку в грузь, и на ней висит морковка. Into the load, which is, you know, coming up to just behind the head. И эта морковка прямо висит перед глазами осла. And the stick so then is sticking out over the head, and the string. И так морковка на палке висит перед лицом, перед глазами осла. Вот так вот, вот в таком вот расстоянии, на таком небольшом расстоянии. И осел. Бедный осел, он видел эту морковку и думает: ого, мой счастливый день, один шаг, и она будет моя. Он делает один шаг, и морковка делает один шаг. И так весь день осел догоняет морковку. Он думает: господи, ну когда же я дотянусь до этой морковки? И в конце концов, в конце дня, он догоняет морковку, и осел думает, когда хозяин дает ему морковку, осел думает: вот видите, я правильно следовал процессу и догнал эту морковку. Но Прабхупада говорит, что по обеим сторонам дороги, по которой осел идет с этим грузом, там растет полно травы, гораздо больше, чем ему необходимо. Но он сконцентрирован на морковке. Так и люди. Мы сейчас говорим об обычных людях. Обычно. Им не нужно жить так, как они живут сейчас. Им не обязательно жить такой жизнью в индустриальном обществе, как они сами говорят о себе, работая как ослы и собаки. Прабхупада смеялся над этим, и дальше он говорил, что эти поговорки, которыми пользуются материалисты, но они даже не понимают, какова их ситуация на самом деле. Итак, давайте посмотрим. Очень много чего можно сказать, но давайте еще немного вещей упомянем. Есть один стих, Шримад-Бхагаватам 2.3.21. Тут говорится: верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, всего лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед личностью Бога, дарующим освобождение. А руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением личности Бога, хари, подобны рукам покойника. В комментарии к этому стиху Прабхупада говорит: человеку, если у человека, если у человека большой тяжелый тюрбан или металлическая корона на голове, и если он падает в воду, то он быстрее тонет из-за тяжести этого головного убора. До этого он думал: посмотрите-ка на меня, у меня большой красивый тюрбан или красивая корона. Итак, подобно этому, эти вещи до какой-то степени мы переносим в нашу жизнь как преданных. Это зависит от человека, но иногда это происходит. Вместо этого мы должны сделать свою жизнь простой. Мы должны стараться, насколько это возможно, оставить наши дурные привычки, привязанности, отдать все это Кришне и сказать: Кришне, Кришна, я отдаю тебе это все, пожалуйста, возьми и делай с этим все, что хочешь. Я не могу с этим больше справиться.
И если мы предаемся Кришне таким образом, то Он удалит от нас эту ношу. Он знает, что нам нужно делать с нашей ношей. Он заберет нашу карму также. Он заберет нашу карму, и мы освободимся от этого груза нашей кармы. И тогда мы сможем жить простой жизнью и зависеть от Него. У нас нет времени про рассказать всю эту историю, но есть одна история Арджуна Ачарьи, которую иногда мы рассказываем. Прабхупада рассказал эту историю в контексте текста Бхагавад-гиты 9.22. Стих говорит: «Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, Кришна говорит, я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть». Я даю им то, что им недостает, и сохраняю то, что у них есть. Вахами. Вахами означает «я доставляю». Другими словами, Кришна говорит, я лично доставляю это преданному. Если преданный нуждается в чем-то, Кришна говорит, я даю ему. Если у преданного есть что-то, что полезно в сознании Кришны, но это можно потерять, то Кришна сохраняет это. Итак, это целая история Арджуна Ачарьи. У нас нет времени подробно о ней рассказывать, но он решил, что это заявление неправильное. В том смысле, что Кришна говорит, я лично доставляю, я лично приношу моему преданному то, что им не хватает. Поэтому он изменил стих. Он на самом деле физически вычеркнул слово «вахами», что означает «я приношу», и заменил его на слово «каруми», что означает «я ли являюсь причиной того, что это происходит». Вместо того, чтобы Кришна сам приносил то, что преданному необходимо, Кришна устраивает все так, что Кришна по каким-то способам получает эти вещи. У Кришны огромная сеть, так сказать. Потом он пошел совершить омовение и собирать еду на обед, и Кришна и Баларама пришли и доставили очень много еды его жене, которая все еще находилась дома. Она пригласила их остаться на обед, но Кришна, она не знала, что это был Кришна, там был всего лишь маленький мальчик, насколько она могла это понять. Кришна повернулся к ней и сказал, что я не буду ждать твоего мужа. Он сказал, вот мы принесли это все тебе домой, всю эту еду. А он ударил меня по спине, и он порезал мою спину, поэтому не буду его ждать. Итак, Кришна и Баларам ушли, жена забрала всю еду и приготовила обед из той еды, которую мальчики принесли. Арджуна Ачарья, муж, вернулся и увидел, что дома много еды, и он спросил, откуда эта еда. Жена сказала, что пришли два мальчика, темнокожий и белокожий, и доставили сами все это. И она сказала, что темнокожий мальчик сказал, что он часто это делал, но ты бил его по спине, и ты порезал ему спину. И тогда глаза Арджуна Ачарьи увидели этот стих в Бхагавад-гите, где он физически ножом, лезвием вырезал слово «вахами», и что я приношу сам лично, и написал в своей спекуляции слово «каруми», что я устраиваю все так. И тут он понял, о, Бхагавад-гита является телом Бога, я вырезал слово из книги, и таким образом я поранил тело Господа. Но тем не менее, Господь так милостив, что Он все еще, все равно, принес мне всю эту еду. И Он доставил мне
всю эту еду, несмотря на то, что я сделал. Это хорошая история, не так ли? Прабхупада рассказывал эту историю. Она находится в Ведабейс. Можно ее почитать там. Just as he's beginning, starting to tell the story, когда Прабхупада начинает рассказывать эту историю, Прабхупада говорит, let's say, the materialist says to the devotee, материалист говорит преданному, ты живешь только на чапати, а у нас так много блюд вкусных. Ты дурак. Материалист говорит это преданному. Но Прабхупада говорит, этим бедным преданным, которые едят чапати, Господь сам их приносит. Господь говорит, я приношу и доставляю это все для моих преданных. И Прабхупада говорит, ну что ж, материалист, мистер материалист, вы должны тяжело трудиться, чтобы заработать множество блюд. А здесь Господь утверждает, что те, кто на 100% преданы моему и служат мне, для них я сам приношу все, что им необходимо. Итак, существует идея, что нам нужно накапливать вещи, и копить на дождливый день, на черный день. Если вы домохозяин, то в какой-то мере, до какой-то степени, как Рупа Госвами установил пример, что мы должны что-то откладывать на крайний случай, но в противном случае преданные должны жить просто и зависеть от Господа, и Господь позаботится о преданных. Такова идея. Простыми словами, идея такова. Итак, простыми словами, это все. Нам нужно учиться зависеть от Господа. Для нас, как преданных, зависеть от Господа, есть хорошая поговорка. Это не на самом не говорил Прабхупада. Насколько я знаю, это не то, что говорил Прабхупада. Может быть, кто-то из преданных составил эту поговорку, она очень знаменита. Что в сознании Кришны, потому что здесь, если вы помните, Анартха говорит также немножечко о глупости, о лени, о невежестве. Итак, Прабхупада говорит, что в сознании Кришны нет места лени и безумия. Арибол. Это прям поэзия. Нет места для лени и безумия. Так или иначе, есть одна очень хорошая поговорка, которая говорит, что мы, преданные в нашем служении Господу, мы должны стараться изо всех сил, так, как будто бы все зависит только от нас. Но мы должны молиться Кришне и молить Его о милости, так, как будто бы все зависит только от Него. Это кажется своего рода конфликтующая идея, противоположная идея, но на самом деле это полностью взаимодополняющие и совместимые идеи. Мы должны культивировать настроение, и мы должны культивировать умонастроение служения Господу, что вместо того, чтобы мне совершать усилия самим, самому, для того, чтобы получить какие-то вещи для себя, и так, вместо того, чтобы совершать какие-то серьезные усилия, мы должны культивировать настроение молитвы. Anyway, let me continue Итак, еще немножко расскажу историю. Итак, Арджуна-ачарья, сейчас увидев, насколько возможно зависеть от Господа
и что нам не нужно совершать какие-то сверхусилия для собственного поддержания, не нужно заниматься каким-то экстравагантным видом труда и так далее. Итак, Арджуна-чарья вдохновился и решил, что да, вахами. Кришна говорит вахами. Я лично приношу и лично доставляю преданному все, что ему необходимо. И видев это, Арджуна-чарья, получив такой опыт, он теперь стал бегать по улицам того маленького городка, где он жил. И так он стал бегать по улицам и кричать «Вахами! Вахами! Вахами! Вахами!», что означает «я приношу». Итак, «вахами! Вахами!» «Вахами» означает «я приношу». «Вахами» означает «я приношу». «Я сам приношу». «Вахами». «Вахаси». «Вахати». Немножечко грамматики санскрита. «Вахами» означает «я приношу». «Вахаси» означает «ты приносишь». «Вахати» означает «он, она или оно приносит». Итак, «вахами» – «я приношу сам». And we can just refer to Вишванатха Чакраварти Сакхура на его комментарии Бхагавад-гиты, где комментарии к этому стиху Бхагавад-гиты Шрила Вишванатха Чакраварти Сакхур говорит очень красивые моменты, очень замечательные моменты, что преданный может сказать, что Кришна вмешивается в мою жизнь. Он приносит мне то, что мне необходимо. А если у меня что-то уже есть, но я могу потерять это, он защищает это все. Ему приходится делать все эти вещи. И таким образом он служит мне. Я сам должен служить ему. Но вместо этого он служит мне. И преданный говорит, что проблема в том, что я пытаюсь сделать так много преданного служения Кришне, что у меня нет времени хорошо за собой следить. И поэтому Кришна, видя это, следит, он смотрит за мной, он приносит мне все, что мне необходимо и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, с моей стороны, будет более в сознании Кришны совершать меньше служения. Я должен меньше заниматься служением и свободное время посвящать на заботу о себе. Если мне что-то не хватает, я должен сам идти и находить то, что мне не хватает. И если есть какие-то вещи, которые я могу потерять, то мне следует самому лучше следить за этими вещами. И это будет более деятельностью в большем сознании Кришны, чем служить Кришне и вовлекать его в служение мне. Однако, Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что Кришна говорит, что для меня это не обуза. На самом деле, мне нравится это. Мне нравится присматривать за своими преданными. Я хочу присматривать за моими преданными. Он говорит, точно так же, как хороший отец, хорошему отцу приходится тяжело работать, чтобы заработать денег и обеспечить всем необходимым семью, дом. Это хороший отец. Хороший отец – это работа, это такое занятие. Но так как отец любит свою семью, потому что отец любит семью, то он не думает, что «О, Боже мой, почему же мне нужно это все делать? Что, они сами о себе, что ли, позаботиться не могут?» Нет, ему нравится это все, ему наслаждается этим. У Кришны такое же настроение. И Вишванатха Чакраварти Тхакур дает еще один пример,
Подобно тому, как молодой парень, подросток или 20-летний парень, у которого есть девушка. И когда, например, если они отправляются на прогулку в лес, и они подходят, скажем, к небольшой речке, небольшому ручью, и как же им пересечь этот ручей? Девушка говорит, не мог бы ты меня, пожалуйста, перенести через этот ручей? А мальчик мне говорит, что нести тебя? Ты ж тяжелая. Сама иди. Переходи сама через реку. Не доставляй мне каких-то неудобностей или беспокойств. Нет, напротив, мальчик счастлив и говорит, что да, это возможность для меня выразить мои чувства. Поэтому он берет девушку на руки, переносит ее через реку, и он счастлив. И так, точно так же мы, как преданные, это своего рода постепенная вещь, но мы должны научиться, как нам зависеть от Кришны, вместо того, чтобы нагружать себя или сохранять какой-то груз из прошлых жизней или копить новый груз сейчас. Это очень важно. И если мы научимся зависеть от Кришны, то Кришна выкинет все эти ненужные вещи, и мы научимся, как же нам жить очень хорошо, простой жизнью сознания Кришны, и наша жизнь будет успешной. Хари Кришна. Шрила Прабхупад ки.